Число погибших при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до 13, сообщил Минздрав. По данным МЧС, после разбора завалов на месте падения самолета найдены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, сообщили в МЧС. Ранены 19 человек. Видно возгорание топлива с одного из баков. К сожалению, вот здесь больше видны разрушения дома. Это просто ужасно. Скажем так,